Вместе со всей страной отметила День народного единства. Центральным местом праздника стала площадь Республики в Чебоксарах. Праздник учредили в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда Москву освободили от польских интервентов, положив конец мутному времени. Все мы хотим жить в мире и согласии в нашей любимой России, в нашей любимой Чувашии. Все жители Чувашской республики, несмотря на политические взгляды, несмотря на веру и вероисповедание, живут в стабильном обществе. Это дорого стоило и стоит. Около 130 национальностей мирно живут на 18 тысячах квадратных километров. Это про Чувашию. Даже в семье у нас, мы люди разных национальностей. Есть и татары, и чуваши, и даже итальянская кровь есть где-то у нас там далеко. Мы все дружим. День народного единства называют одним из самых молодых государственных праздников. Россияне отмечают его всего 14 лет. А вот эта группа первокурсников из Туркмении вообще впервые. Как вам здесь живется, на чувашской земле? Дружно ли? Дружно, да. Как свои принимают. Именно потому, что принимают как своих, мы и едем сюда учиться. Рассказывают нам студенты из Индии уже в Доме дружбы. Там тоже был праздник. It's very good country and we are lucky. Очень хорошая страна. Есть некоторые отличия от Индии, но нам нравится тут жить. Единственное, что пока пугает теплолюбивый народ в нашей республике, это снег, добавляет их наставник. Чуваши очень хорошо гостеприимны, поэтому они здесь не чувствуют какой-то угроз, они здесь не чувствуют какой-то барьер, что на улице там опасно, поэтому их родители сюда отправляют. Что сделать, чтобы климат был единственным неудобством для гостей республики? Об этом говорили за круглым столом. Одна из задач – реконструкция Чебоксарского аэропорта, чтобы терминал действительно соответствовал международным стандартам. Сейчас готовится проектно-сметная документация, отметил Михаил Игнатьев. Все это разрешим и сделаем, в принципе. Перспективе. Что касается укрепления межэтнических связей, вот одно из предложений участников круглого стола. Чтобы татары и чуваши чувствовали себя как дома друг у друга в гостях, можно назвать улицы столиц именами национальных поэтов. У нас все хорошо. Но чтобы укрепить наше единство, нашу дружбу, мы бы хотели вот в топонимику города Чебоксарах была одна улица, именно Габдултукая. В Казани, например, улица Константина Иванова. Вот такое предложение, если можно. Предложение обязательно рассмотрят в обоих регионах. Невозможно.